Добрый вечер, я вас приветствую на моем канале Афроманго Мукбанго. Так, сегодня у меня вкусный чай казахский, смородина, клубника, с сахаром и с лимоном, чаек. Так, бутерброды, булка, такой вот хейнс, соус и терияки соус. Это не реклама. Присоединяйтесь со мной, мои дорогие любимые подписчики и будущие подписчики. И чесночок у меня в прикуску. Два зубочка буквально. Ой, хорошо. Так, попробуем. Бутерброды, сыр маздам, карбонат. Карбонат янтарный Сегодня буду читать про трамвай LM68, номер 6249. В народе называют аквариум. Вы ездили на нем, да? Я на таких ездил, да. Я тоже. Потом все эти самые стекла зашили металлом. Зачем? Ну мало ли что-нибудь сверху свалится, например. А, сверху? Да. Узенькие стекла. Стекла, да. Да там еще наверху, по-моему, стекла были. Да? Ничего себе. Ну да, могут ледяшку свалиться зимой, и снега много. Что угодно. Да, конечно. Хороший трамвай, низкопольный, можно сказать. Удобно. Да. Угу. Едешь и глядишь на небо. А когда солнце светит, вообще светит. Небесные тела, да. Светло бывает солнце. Угу. Помню такой вот компостер. Ой, не компостер, а да. Ну да, компостер большой. Опускаешь монетки. Это не компостер, это который надо... Касса. Да, касса. Билетная касса. Сам крутишь и открываешь билет. Так называемое самообслуживание. Угу. А вот интересно, без денег можно оторвать билет или нет? Зачем? Я честный буду. Так попадаешь нечестный тогда. Ну да. Которые просто так билет отрывали, ну, без, да, денег. Есть такой анекдот.
У пассажира не было 3 копейки. Он оторвал пуговицу, бросил пуговицу. А кондуктор видела. Рядом пассажиры, которые стояли. И сказали ему об этом, чтобы потянуть. Вместо монеты опустил пуговицу. Он стоит. А пуговица тоже денег стоит. Да. Да. Симпатичный трамвай. А, опять перепись населения, господи, да боже мой. Чего? Перепись опять. А, ну да, потому что за ковид сколько умерло людей. Сколько в живых осталось? Сегодняшний день началась уже. Ты уже говорил то, что. Thank you.
Выпей чай еще, подарю тебе колечко. Вот сегодня середина октября. Хорошо. Чай вкусно пахнет. Чай, да, отлично пахнет. Клубничкой. Я говорю, лучше, чем... Наверное... Извините, чем Гринфилд? Ну почему? Гринфилд тоже по-своему вкусный. Нет, я имею в виду Гринфилд с добавками, которые не с бергамотом, а там с этим. Ну тоже вот клубничный, там вот это лимонный, там вот это вот. А, это как ее? Ну там, я не знаю, вот эти разовые пакетики. Да, разовые, да. Нет, такой нет. Я не люблю такой. Этот надо заваривать, вот этот вот, да? Да, надо заварить, вот. Да. А если не заварить, он не настоится. Никакого вкуса не будет. Вкусно. Конечно. Я откусил мясо вместе с сыром. Потому что мясо солоноватое, а маздам он это, сладковатый. И все это нейтрализуется соль. Да. Да.
Вот на тюща. Мама придумала. Нет. Надо посмотреть, что лучше видео. Можно добавить лучшее видео. Да. Я с вами не прощаюсь, так что еще надо
про трамвай почитать. Это будет в следующем видео. Аквариум. Да, про аквариум. Но не группа, а трамвай. Ладно, ждите. Ну а теперь прочитаю про трамвай, как обещал. Сейчас, минуточку, внимание. Трамвайные вагоны ЛМ-68 выпускались Ленинградским вагоноремонтным заводом ВАРС в 1968 году по 1975 годы и эксплуатировались до 1988 года. Эти трамваи больше известны как аквариумы. Также имели запоминающуюся внешность. По сравнению с вагонами предыдущих поколений, они отличались большими окнами и крышевым остеклением. Необычно были расположены и маршрутные указатели. Указатель номера маршрута размещался в скворечнике, в кавычках, смещенном вправо. Несмотря на эстетичность, ЛМ-68 было выпущено не так уж и много. Слишком сложно было их строить и неудобно обслуживать в парках. Стекла на крыше, к примеру, можно было вымыть разве что шваброй, стоя на приставной лестнице. На серии ЛМ-68 впервые отказались от непосредственной системы управления. Говоря проще, убрали с пульта управления высокое напряжение. Аквариумы, как и все последующие трамваи, могли работать по системе многих единиц, когда каждый вагон в поезде моторный. Благодаря этому скорость движения трамваев заметно возросла. ЛМ-68 номер 6249 дольше других находился в эксплуатации. Если официальная серия ЛМ-68 ушла с городских маршрутов еще в 1988 году, этот вагон проработал до 1993 года. Он был экспериментальным. Начиная с конца 1970-х годов, впервые в СССР на этом вагоне на линии испытывались тиристорно-импульсная система управления, проще говоря, электроника. Внешний вагон отличался только окраской. Он был не бело-красным, а серым низом, а бело-голубым. В ходе неоднократных ремонтов была изменена кабина водителя. Впоследствии, после передачи в музей, электроника была демонтирована. В 1997 году к юбилею петербургского трамвая вагон ЛМ-68 был отреставрирован ТОО «Симбиоз» совместно с работниками ГУП «Горэлектротранс». Внешний вид и интерьер были приведены к состоянию на середину 1970-х годов. Вот такой рассказик про трамвай ЛМ-68. Да, история этого трамвая под номером 68-62-48. Аквариум, в народе говоря. Вот. Ну что ж, все. Осталось только попрощаться с подписчиками. Так, вам понравилось? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Главное, меня это мотивирует и придает стимул. Чтобы поддержать канал, тогда нужно переходить по ссылочке, которая находится под видео. Большое спасибо!
Да, кстати, скоро буду кексы есть с чаем. Так что ждите. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Буду читать юмористический календарь, почитаю напоследок. Ну все. Ждите. Не переключайтесь. Ну вот, как обещал, мукбанг пряничный. То не пряничный, а кекс. С кексиками. Вот кексики вот такие вот. С этими семечками такими. Вот. Творожные. Творожные, да. И чай. С песком я уже его размешал. Чай казахский. Клубника, смородина. Пиала. Пиала, да. Странно, почему пиала? Они, наверное, из пиалы пьют чай. Эти. Казаки? Казаки, да. Казахи. Казахи, да. Новый проспект появится на острове Васильевского острова, на Намыве, где намыли территорию. Появится проспект Крузенштерна. Боже. Есть мост Крузенштерна, теперь уже этот самый, дорога. Да, проспект. Ну это там, где тот самый. Метро, там, где стадион, метро, да. Метро Приморское, наверное, там, да? Уже Приморское уже. Приморское уже. Не последняя это станция. Дальше живет, идет это самое. Зенит. Станция. Ну, Новокрестовская. Бывшая. Ее назвали «Зенит», потому что там этот самый дворец спорта. «Зенит» так и называется «Зенит». Да. Первый раз слышу. А была Новокрестовская. Первый раз слышу. Угу. Кексы, во. Свеженькие, вкусные. Угу, свежий вкус. Я смотрю, издалека похож на паука. Да. Вкусненько. Да, вообще вкусненько. Очень вкусный. Вот они, видишь, намыли территорию вот здесь. Вот видишь, «Зенит» тут находится. Там беговая идет. Там беговая, да, видишь? Да. Намыли это как? Натаскали грунта, что ли? Да. Да, конечно.
От воды отобрали это самое. Да. Какой-то участок и решили его намыть. Да. Ну да. Тем же самым занимается Япония. Чтобы поместить эту станцию «Зенит». Да, да. Это. Япония тоже занимается этим. Угу. У моря отвоевывает сушу. То есть не отвоевывают. Там океан. Ну, океан, да. Но они делают из мусора. Из мусора делают вот эти вот площади. Что там строят они, я не знаю. Дома, наверное, строят. Очень вкусно. Если завтрак будет, я куплю еще. Купил? Угу. Вот театральные должны быть появиться еще. Горный и Горный институт. Это новые станции. Угу. У театральной пока нет выхода на этот самый, на поверхность. Угу. Они там думают, куда бы. Какой дом снести. А-а-а. Наверное, скорее всего. Не знаю. Угу. Это должны подсказать и архитекторы, и какая там земля, какой там грунт, понимаешь? Угу. Метро же под землей. Да. Ну, вот. А дом на земле. Может быть, вообще ничего сносить не будет, так же, как на мужество сделали. Так на мужество там сначала сделали метро, а потом дом надстроили, вот и все. А, вот как. А ты что, думала, что сначала дом, потом метро? Так да. Дом, а куда дом? Дом рухнет нафиг. Если свои как следует поставить, то ничего не рухнет. Сначала же, наверное, делается метро, чтобы копают этот котлован. А потом надстраивают уже станцию и потом надстраивают, что нужно. А Невский проспект их станцию делали. Там же тоже в здании. Да. Ну. А я тут как сделали? Гостиный двор. Тоже, тоже здание было. Да. Ну. Ну, точнее, есть. Сначала метро, потом здание. Нет, ну не могли же перестроить гостиный двор. Правильно? Нет, тут что-то не то. Не, гостиный двор был, а потом построили там это метро. Да. Выход на гостинку. Угу. Ну так наоборот же, правильно? Да.
Бываем. Дом, потом метро. Шушары. Шушары. Шушары, мишушары. Смотря куда удобрение. Удаление поставить. Удобрение. Странно, почему шушары их назвали. Шушары, мишушары. Это перспективы строительства. Какие будут станции. О, сколько она все. Все, весь город будет перекопан нафиг. Ну, да. Подземные. Магистраль 18 будет. Вахтинский разлив. Юнталовская. Какая там лахта? На самом верху. Конная лахта. Конная лахта. Конная лахта, боже. Юнталовская. Лахтинский разлив. Ну, магистраль. Магистраль 27. Комендантский. То есть еще не это самое. Приморск. То есть это все в проекте. Да. Здесь он пороховые ириновские ржавки. Ну потому что город растет, понимаешь, что он делает. Да, надо все в метро сделать. Поэтому. Суворовская. Да. Белорусской передовиков. А почему метро? Потому что это прибавились эти легковые машины. Угу. Почему пробки? Чтобы вот разрядить город от пробок, вот решили сделать метро. Угу. Прибавить много станций. Да, ну но это еще, знаешь, в разные стороны. Это большие. Еще, знаешь, сколько это. Это сколько должно пройти лет, чтобы вот. Так на картинке был. Угу. Это. Строится Москва не сразу строится. Да. Ну посмотреть интересно все равно, какие станции. Да. Все перекопано. Это политехническая вон сюда пойдет, Светлановский, проспект культуры, Бугры. Угу. Вот. Но Бугры это вообще Ленобласть. Да, 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 да. Так да. Же как Шушары. Парнас, Кудрово. Пискарёк. Это все Ленинградская область, разные стороны. Угу. А Ладожская тоже это захваченная Ленобласть. Угу. Вот Янина, индустриальный, угу. Коммуна. Индустриальная энергетика. Тоже Ленобласть. Ну да, это Кудрово и есть, кстати. Угу. А, вот Кудрово будет, наверное. Кудрово, там где Саратовка. Новосаратовка, вот Кудрово будет. Угу. Ближайшее. Угу. Ну вот, видишь. Ну это еще сколько? Ой. Вон Ульянка будет. Да, Ульянка, Купчина. Стрельно, ну, до Стрельно дотянуть. Ленобласть превращается в город, так что везде строится. Ну, постепенно, да, постепенно, да, да.
Ну вот. Кексики съели. Все съели. Чай выпили. Чай выпили почти. Все. Пора прощаться. Так, вам понравилось? Тогда подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Главное, меня это мотивирует и придает стимул. Чтобы поддержать мой канал, тогда нужно переходить по ссылочке, которая находится снизу под видео. Все. До скорого. Большое спасибо, что смотрели. Жду вас завтра. Жду вас завтра. В общем, увидимся. Увидимся, да, пока.